Приморском отделении Союза художников России открылась ежегодная молодежная выставка, на которой представлено более 80 произведений разных направлений и жанров. Для организаторов было важно показать как можно более широкий спектр творческих устремлений молодых авторов. Ее особенность в том, что здесь нет темы, здесь нет куратора, это такая свобода, территория свободы, скажем, когда молодые художники могут почувствовать себя вот в роли как раз героев дня, показать свое творчество, получить какую-то обратную связь от зрителя без оглядки на куратора. Профессиональный стаж любого молодого художника невелик. Имея серьезную творческую базу и профессиональную подготовку, они только сегодня начинают свой самостоятельный путь в искусстве. И у них есть возможность выбирать, каким будет творческое завтра. На самом деле интересно разглядывать их, потому что в каждой работе каждый смотрящий находит что-то свое, что-то для себя открывает. Но на самом деле это очень интересно. Я уже второй раз принимаю участие в выставках. Это мой второй опыт. Вот. И мне, так скажем, я горжусь, что вывешиваю здесь. Искусство сегодняшнего дня, как правило, это искусство вопросов. Какой я? Как устроен мир? Что будет дальше? Поиск ответов – совместная работа художника и зрителя, а пространство выставки – своеобразная лаборатория для такого рода исследования. Чувствуется душа каждого произведения, и она настолько загадочна, что хочется разгадывать, хочется брать просто человека, который создал это произведение искусства, расспрашивать, допрашивать и узнавать просто его внутренний мир, потому что каждая картина настолько глубокая, что, я думаю, что оставляет след у каждого зрителя. Выставка продлится до 28 февраля. Олег Завьялов, Анна Дьякова. Новости на Восьмом.